22 июня в 12 часов жителей и гостей Когалыма приглашают почтить память погибших в Великой Отечественной войне, отдать дань уважения, возложив цветы к вечному огню в Парке Победы. 22 июня для нас особенный день. В 1941 году действия фашистской Германии разделили жизнь почти 200 миллионов человек на «до» и «после». В субботу по всей стране запланированы памятные мероприятия.